Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Граи. Граи Форкиады. От греческого «старухи». Три сестры – одна из нескольких троиц архаичных богинь древней греческой мифологии. Форкиды – дочери Форкия и Кетта, сестры Горгон и Геспери. По Теогонии Гесиода их только две – Фимфредо и Энио. По псевду Аполлодору – три. Дейна – дрожь. Пимфреда, иногда Пимфреда или Портфреда, буря. И Энио, злоба, ужас, имел также эпитет разорительница городов, упоминается как спутница Ареса. По некоторым авторам, одну из Грая звали Персидой, дочь Форкия и Кетта, либо Персо. Граи были древними старухами, олицетворением старости, хотя Гесиод эфемистически именовал их прекраснопланетными. Эсхил в «Прометее» при Конном говорит о них на вид как лебеди, но с общим глазом. И один единственный у каждой зуб. Лучами никогда на них не смотрит солнце, месяц не глядит в ночи. Граи имели один глаз и один зуб на троих, а также с рождения обладали седыми волосами. Их посетила Ио. Персей похитил у них глаз и, по некоторым источникам, зуб. Согласно Эсхилу, Персей выследил их в миг передачи глаза и забросил его в Тритоново болото. Граи вынуждены были указать ему дорогу к медузе Горгоне или в другом варианте мифа – к нимфам, у которых Персей добыл крылатые сандалии, мешок и волшебный шлем-невидимку – Аида. А еще в одном варианте все эти магические предметы Персей забрал у Грая как выкуп за их глаз. Ну вот так вкратце из Википедии о Грае. Три сестры, одна из нескольких троиц архаичных богов древнегреческой мифологии. Пока-пока, до свидания.